Доброго времени суток всем, дорогие друзья, коллеги по бизнесу, партнеры. Я всех вас приветствую на своем авторском блоге. И я всех инвесторов, тех людей, которые зашли со мной в Мотор Колесо, в этот стартап со старта, я вас просто искренне поздравляю, ребят, потому что, на мой взгляд, вы молодцы. И, на мой взгляд, в конечном итоге мы с вами добьемся того, что мы здесь будем с вами зарабатывать очень и очень неплохо. Из-за того, что мы поверили в эту технологию, поверили в людей, поверили в этот стартап и присмотрелись к нему вовремя, инвестировав вовремя или взяли рассрочки вовремя. Кстати, у тех, кто это еще не сделал, у вас тоже есть такая возможность, но я думаю, что как раз она продлится еще недолго, потому что есть очень хорошие новости, о которых я вкратце расскажу сегодня, а так включу один видеоролик, он 4-минутный, просто посмотрите его до конца. Там маленькая доля того, что сейчас будет внедряться в этот бизнес, в этот стартап и в это производство. И вы поймете, что упускаете очень большую возможность по инвестированию. Я вам покажу сегодня просто оборот своей структуры. И для меня это, конечно, наверное, рекорд, потому что этот стартап вызвал большой интерес у моей команды. И вы поймете почему. Потому что рекорд я побил по построению структуры и по тому, сколько денег было инвестировано именно моей структурой, теми партнерами, которые поверили в Мотор Колесо Дуюнова. Я думаю, что, конечно же, они не дураки, да, и все такие проинвестировали просто из-за того, что послушали меня. Люди изучили информацию отдельно, кто-то ездил на конференции, которые проводила компания Мотор Колесо Дуюнова, и они проходят часто и в Москве, и по разным городам. Вы можете на них поприсутствовать, вы можете поприсутствовать на вебинарах и послушать то, что говорят создатели о этом стартапе и о том, что внедряется и когда мы с вами от наших инвестиций уже будем получать дивиденды, причем очень неплохие, я считаю, и мы, на мой взгляд, сделали правильный выбор. Большое количество людей, которые зашли со мной в этот стартап. Давайте, я не буду голословным, я сейчас перейду в свой личный кабинет, и там внедрили кое-какую функцию, о которой я сейчас вам расскажу, и как раз где я и посмотрел свой рекорд. Для меня, конечно, это был небольшой шок, потому что такое у меня за 6 лет работы в интернете, наверное, впервые. Это... Да-да-да-дам, давайте посмотрим закладочку партнерам. Я просто поделюсь с вами своими эмоциями, своими впечатлениями, а вы просто напишите, что вы считаете, что вы думаете о том, что я вообще вам рассказываю. Конечно, без хейтеров тут не обойтись, однозначно они есть на любом канале. Те люди, которые вообще не видят никаких возможностей и которые готовы, не буду называть слово, все на свете. Им все не нравится, все не так, любой проект это скам, это пирамида, это сбор денег и так далее. Такие люди обычно работают на наемных работах до конца жизни. Это в лучшем случае. А в худшем это наркоманы, это какие-то алкоголики и недалекие люди, которые вообще не видят никаких возможностей в интернете. Или малолетки. Они тоже ничего не понимают. Многие участвуют в своих фастах, где-то там крутятся и пытаются заработать там. А большие, просто грандиозные проекты проходят мимо них. Почему? С другой стороны, потому что у них нет денег инвестировать в такие проекты. Даже если есть, то они видят во всем плохое и им вряд ли что-то докажешь. Давайте посмотрим наоборот моей структуры. Он сейчас, смотрите, с двух позиций, то есть уже сейчас по факту инвестировано подо мной, то есть люди инвестировали, а это 1421 человек, и количество человек в первой линии 482 человека, а это общее количество во всех линиях, а их здесь достаточно большое количество, по-моему, больше 20, потому что я нахожусь на статусе на самом последнем. Короче, сейчас чуть попозже перейдем и в маркетинг-план, и в партнерский счет, и так далее. Денежку сегодня выведем, поставим на вывод, тоже посмотрим, что здесь все выплачивается, причем довольно-таки быстро. Смотрите, количество народу. Просто делюсь с вами и, может быть, хвастаюсь, потому что для меня это, конечно, огромный результат моей работы, которым я хочу с вами поделиться. 1421 человек, 482 человека в первой линии, оборот структуры по факту 240 202 доллара.
Кстати, сейчас по факту оборот не такой уж и большой, потому что, допустим, оборот в Альфа-кэш у меня был больше 400 тысяч долларов, тут 240. Но, смотрите, тут сумма покупок в структуре с учетом выплат рассрочек, ожидаемая по стоимости пакетов, 765 764 доллара. То есть люди взяли рассрочки, так же, как и я. А я взял рассрочку на 15 тысяч долларов, я напомню, на, получается, 1 миллион рублей. И по факту мной инвестировано моих личных денег свободных. Еще 6 тысяч долларов я инвестировал сюда свои деньги свободные и купил еще акции. Сейчас у меня уже акции 5 миллионов 835 тысяч штук. Почему? Потому что где-то 5 миллионов 200 тысяч акций мне достались на первых этапах, потому что я вхожу еще в клуб 1000, я один из первых тех людей, кто вообще поверил в этот стартап, и эти люди входят вот в такой вот клуб. У нас еще есть определенные возможности по покупке пакетов, и я этой возможностью воспользовался. Я взял рассрочку на 15 тысяч долларов, плачу в месяц здесь по 500 долларов, акции у меня в конечном итоге будет, по-моему, около 17 миллионов акций. Да, 17 миллионов с копейками будет акций. Или это в конечном итоге будет сумма, когда запустится этот бизнес полностью и будет функционировать не в одном месте, потому что будут продаваться франшизы на этот бизнес. Да, будет такое бурное развитие. Уже есть те люди, которые как раз будут инвестировать сюда в любом случае. Даже если не хватит денег инвесторов, то есть уже договоренности, когда это все будет закрываться уже частным инвестированием и вообще крупным вливанием сюда денег. Поэтому у вас, вот я не знаю, сколько осталось времени для того, чтобы просто сюда зайти и для того, чтобы приобрести эти акции. Хотите в рассрочку, хотите так, как угодно. В общем, оборот вместе и по факту, и в структуре, когда люди погасят все рассрочки, как я, а у людей просто нету возможности, да, то есть если они взяли рассрочку, то ее нужно гасить, иначе смысл этого инвестирования вообще не было. Так же, как и я взял рассрочку на 15 тысяч долларов, гашу ее по 500 долларов в месяц, и мне в любом случае еще где-то 27 месяцев надо это делать. Но я думаю, что я рассрочку погашу чуть побыстрее, наверное, буду по 1000 долларов уже сейчас инвестировать, чтобы закрыть ее за 15 месяцев, чтобы акции были уже у меня на руках и чтобы я ни о чем не думал, да, потому что я особо не люблю эти кредиты. Это, как скажем, не кредит, это рассрочка, вы здесь ничего не переплачиваете, вы здесь только выигрываете. Сейчас к рассрочкам мы перейдем чуть попозже. Так что оборот моей структуры здесь по факту будет через какой-то промежуток времени 1 миллион и 5 тысяч долларов. 1 миллион долларов, ребят. Люди инвестировали из моей структуры в это направление, в этот стартап. Как вы думаете, они дураки? Они прям взяли все и проинвестировали такие огромные суммы денег, потому что они не верят в проект? Я думаю, что, конечно же, нет. Я думаю, что люди разбираются в инвестициях, или, по крайней мере, кто не разбирается, тот просто вот поверил в это венчурное инвестирование, в этот краудфандинг проект и просто проинвестировал какие-то свободные деньги, зарплаты откладывает по 50 долларов и инвестирует сюда. Это можно сделать благодаря рассрочке. Значит, по факту я уже вывел отсюда, получается, 1 миллион 200 тысяч рублей или 19 554 доллара. И сумма реферальных вознаграждений еще мне положена на 35 437 долларов. Почему? Потому что вот такой вот оборот. То есть еще за тот промежуток времени, пока люди будут гасить рассрочки, я получу еще вот такую вот сумму денег. Потому что я всегда выбираю активную позицию в жизни. Как только я пришел в интернет 6 лет назад, я сразу это сделал. Я сразу завел свой YouTube канал и сразу понял, что без активной позиции здесь делать нечего. Поэтому я в десятки раз зарабатываю больше, чем любой пассивный диванный инвестор, который просто инвестирует деньги в интернет, вот в подобные проекты, неважно куда, и получает свои выплаты. Я получаю в десятки раз больше, чем каждый пассивный инвестор. И я рекомендую всем присмотреться к активной позиции, принять ее и делать что-то для того, чтобы люди шли за вами. И это нормально. И кто считает иначе, вы знаете, как я их называю. Я записывал серию, 9-ю серию по своему сериалу, как я пришел к заработку от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. Посмотрите на канале, это все есть.
Вот в этом плейлисте. Вот интересные, полезные видео. Вот 10 серии, тут все остальные серии тоже присутствуют. Не буду сейчас здесь негативить, но те люди знают, как я их называю, которые считают, что активная позиция и приглашение людей – это что-то там позорное и что-то там такое, чего не нужно делать. Конечно же, это не так, и всех активных людей все всегда уважают во всех странах, и к ним просто всегда огромное доверие идет, и эти люди ценятся всегда на вес золота. Поэтому станьте такими людьми, ценитесь на вес золота для того, чтобы вы стали экспертами, для того, чтобы люди прислушивались к тому, что вы говорите. Это очень важно, и это можно достичь. Просто вам нужно стать экспертами в любой области. Становитесь экспертом, люди к вам прислушиваются. Не становитесь экспертом, то вы являетесь пассивным инвестором, инвестируете и зарабатываете на пассиве. Вот как-то так. Давайте теперь посмотрим тот видеоролик, о котором я вам говорил. Я продолжу видеообзор, покажу, как можно взять рассрочку, во-первых, как можно ее погасить, и потом мы сделаем вывод, посмотрим, что компания выплачивает всем все то, что положено по заслугам. Приступаем к просмотру ролика. Далее, да, еще, что еще стоит упомянуть из последних вот событий, которые происходят непосредственно в Совулмаш, именно в Зеленограде, да, в самом центре проекта, где находится лаборатория, опытный участок, то есть разработчики, да, чем же они занимаются. Соответственно, на данный момент запускается уже в рабочий режим лазерное оборудование. Вы помните, мы об этом много говорили, поскольку лазерное оборудование достаточно важное, и это последняя часть вот всего процесса, который замыкает весь процесс выпуска опытных образцов на опытном участке. Поэтому без лазерного оборудования делать первый двигатель было нельзя. Сейчас уже можно. Более того, первые пластины для мотор-колеса на нем уже сделаны. И опять-таки отладка продолжается. К вопросу о том, опять-таки, почему это важно? Почему мы действительно так много говорим про это лазерное оборудование? Дмитрий Александрович не просто так сказал, что покупка и установка лазерного оборудования выводит компанию на новый этап. Дело в том, что теперь внутри именно Зеленограда, внутри тех рандомных площадей, которые уже оборудованы, мы можем делать полный цикл проектирования и выпуска опытных образцов конкретного двигателя под заказчика. То есть мы уже можем получать первую прибыль. И на данный момент Дмитрий Александрович сказал, что еще под большим вопросом, какие двигатели мы возьмемся первыми, поскольку есть ряд заказчиков, с которыми подписаны договора о намерениях, и кто-то думал, что это все будет происходить, ну, там, когда будет Алабышево, когда будет построен инжиниринговый центр. Сейчас мы уже можем констатировать, что проект находится в совершенно иной стадии. Это не стадия каких-то образцов, это не стадия каких-то патентов или идей, это стадия выполнения заказов. Поэтому есть все шансы на то, что уже в этом году мы получим заказы, будут сделаны первые моторы под заказчиков. И это, опять-таки, понимаете, это стадия совершенно иная. Это уже стадия, на которой компания начинает получать первую прибыль и рефинансировать ее уже непосредственно в проект. То есть это очень важно, и это отличает компанию, я уже неоднократно говорил о том, что многие инвестиционные проекты могут жить там пятилетиями, десятилетиями именно на деньги инвесторов. И то есть перестать ее подпитывать инвестиционными деньгами, компания померла, все. И, условно говоря, даже зарплаты платить нечем. Здесь же мы уже говорим о том, что компания может самостоятельно получать прибыль. Да, конечно, это не та прибыль, о которой мы говорим, которая будет непосредственно в инжиниринговом центре, но это уже очень серьезно. Поэтому, да, это одно из тех ключевых событий, которое должно было произойти на этом этапе. Дмитрий Александрович уже говорил, что нас ожидает еще ряд очень серьезных стратегических новостей, решений, положительных, естественно, которые еще раз выведут проект еще на очередной новый уровень. Именно поэтому мы сейчас говорим о том, что инвестиционный этап будет меняться в этот раз раньше, чем планировалось. Поэтому я пока не хочу называть каких-то сроков, чтобы не было то, что я сказал, потом не получилось. Или, ну, в общем, как, если сказал, нужно делать, да. Поэтому это будет быстрее, вероятнее всего, и мы будем переходить не с 5 на 6 инвестиционный этап,
то есть на следующий, да, как мы делали всегда до этого, а на седьмой или даже на восьмой инвестиционный этап. То есть мы будем перепрыгивать несколько этапов, поскольку цели на эти этапы уже будут выполнены, и проект будет находиться на такой стадии, когда нет смысла давать такую высокую венчурную премию инвесторам, поскольку риски уже существенно ниже, чем они были там, ну, даже в июле, допустим. Так что это лазерное оборудование, это не просто какой-то завершающий, да, точка, да, это такой огромный-огромный толчок компании именно вот к новому, к новой стадии. Вот такие вот дела, ребята, осталось. Как говорится, у вас немного времени для того, чтобы стать инвестором в компании Solar Group Мотор Колесо Дуюнова. Я вам еще забыл показать маркетинг-план. Смотрите, я здесь имею статус вот такой вот, профессионал. Я шел к нему целый год, занимая как раз активную позицию, о которой я вам говорил. И вот здесь вот все расписано, то, что вы будете получать. Я сейчас получаю проценты по 20 линиям в глубину. 16% на первой линии. От депозита люди, что вкладывают, вот я получаю вот такие вот проценты. Здесь расписано то, что здесь полагается на первом уровне. Эксперт, профессионал, 5000 долларов. У меня здесь больше инвестировано, так что как-то так. Такие статусы здесь вы можете достичь, если принимаете активную позицию и приглашаете людей вот в подобный стартап, в подобную технологию, о которой вот говорил человек в этом видеоролике. Сейчас внедряется лазерное оборудование, и я думаю, что дело пойдет веселее. И, соответственно, теперь по инвестициям у вас есть мало времени для того, чтобы купить акции по более низкой цене. Они, если сейчас перескачут через два этапа, то есть мы находимся на пятом этапе, а у меня из-за того, что я нахожусь в клубе 1000, да, то есть те люди, которые 1000 первые инвестировали в эту компанию. У меня здесь есть преимущество, я покупаю акции на втором этапе. Цена, точнее, вот здесь присутствует, как на втором этапе я могу это сделать. Но у вас такой ситуации не будет. Я не знаю даже, как у вас выглядит личный кабинет в закладочке «Инвестировать». Вот здесь вот какие у вас цены. Я вот лично могу купить на 500 долларов 240 тысяч акций. У вас я не знаю, какая там сумма стоит, но я думаю, что значительно меньше. А если они перескачут на восьмой этап или на седьмой, то здесь будет еще меньше акций, чем вы сейчас. Если пройдете регистрацию, зайдете в личный кабинет, посмотрите, и у вас там будет циферка, она будет еще меньше. Поэтому времени осталось мало. Как говорится, время – деньги. Так что принимайте решение сами. Участвовать, не участвовать – это выбор ваш. Я всего лишь видеоблогер, который показывает вам возможности, а вы или к ним прислушиваетесь, или не прислушиваетесь, или вообще не прислушиваетесь. Я всегда говорю, что выбор всегда только ваш. И есть голова у вас на плечах, которую вы должны думать. Смотрите, здесь инвестиция минимальная начинается от 500 долларов. И здесь вы можете за 500 долларов получить такое количество акций, я не знаю, какое у вас там будет, но вы можете эту сумму разбить на две части, то есть или заплатить целиком сразу и приобрести все акции разом, или разбить это на 10 месяцев и платить по 50 долларов в месяц. Вот смотрите, я не знаю, сколько вы зарабатываете, но если у вас зарплата, я не знаю, 25-30 тысяч, или не знаю, 15 или 20, то 500 долларов это примерно 3500 рублей сейчас на данный момент времени. И я думаю, что с зарплаты можно себе позволить в чем-то себя ужать и на 10 месяцев откладывать эту сумму для того, чтобы взять рассрочку вот здесь. Вот. Я просто вам подсказываю, что бы сделал я, если бы у меня была такая зарплата. Естественно, у меня уже такой давно зарплаты нет, поэтому я вот зашел вот сюда вот на 15 тысяч долларов и зашел я вот на такую вот рассрочку на 30 месяцев, а можно по 750 долларов, разбить это на 20 месяцев, по 1500 долларов на 10 месяцев, или сразу отдать целиком. Я вот сделал так, по 500 долларов я могу свободно инвестировать со своих денег по 500 долларов для того, чтобы загасить эту рассрочку. Ну и так далее, все пакеты здесь есть.
мои рассрочки, вот давайте даже посмотрим, я вам покажу свою рассрочку, если вы мне не верите. Вот моя рассрочка, дата рассрочки 13 июня 2018 года. Следующий платеж у меня через 16 дней. Вот такое количество акций я получу, 11 миллионов 700 тысяч акций, ежемесячный взнос $500, 15 тысяч долларов мне надо отдать всего. Вот следующий мой платеж, четвертый будет, три раза я уже рассрочку погасил по $500. Следующий платеж у меня будет 13 сентября 2018 года. Вот так вот здесь все работает, так все устроено, я вам все сказал. Теперь давайте поставим на вывод, я показываю свой другой счет. Все кошельки долларовые у меня просто опустели, в долларах вообще ничего нет, ни одном кошельке, ни на Payeer, ни на AdvoCash, нигде. Вот нужно собирать, все инвестировано в криптовалюты или в какие-то проекты, или все свободные деньги. Сейчас я уже на протяжении 2 месяцев, наверное, инвестирую, еще раз инвестирую. Я, наверное, за 2 месяца проинвестировал в проекты, в компании, во все остальное около 2 миллиона рублей. И сейчас, конечно же, до Нового года я буду собирать сливки, и все свои инвестиции, которые я сделал, они мне будут давать дивиденды. Все это вы видите на канале, я постоянно вам показываю свои результаты. Почему? Потому что я все время куда-то и что-то инвестирую. Только так зарабатываются деньги. Давайте теперь мы перейдем обратно в закладочку партнерам. Здесь у меня на балансе 83 цента. Сейчас я буду наполнять свой кошелек AdvoCash деньгами с разных проектов, компаний. Все вы это тоже будете наблюдать на канале. Перейдем в партнерский счет. Сейчас у меня здесь на балансе находится $1135. И эту сумму я буду выводить. И ожидаемые начисления мне здесь будут вот такие за весь период. И, естественно, эта сумма будет расти, потому что партнеры будут прибавляться, еще раз прибавляться. Потому что эта компания стоит того. Давайте я нажму на AdvoCash. Пропишу сумму $1135 и поставлю ее на вывод. Все, заявка на вывод успешно добавлена. Вот мои выводы уже, которые я делал. Можно посчитать, как раз будет та сумма, которая там прописана. Все, ждем поступления денег. Как только они поступят на счет, я продолжу этот видеообзор. Сегодня у нас утро, 29 августа 2018 года, среда. Деньги я, напомню, заказывал вчера во вторник. Давайте теперь перейдем в партнерский счет, закладочку партнерам. Вот он, партнерский счет. И теперь мы видим, что статус у нас здесь оплачено. $1135. Теперь давайте перейдем на AdvoCash. Посмотрим, вот она сумма. Единственная поступила вот с этого почтового ящика. Обычно как раз оттуда и приходят деньги. Все, компания Колесо Дуюнова или Solar Group выполняет свои обязательства и платит. В этом нет никакого сомнения. Развивайтесь здесь, занимайте активную позицию и приглашайте людей, пока еще не поздно, пока не могут сделать инвестиции и могут изменить в будущем своей жизни благодаря как раз таким инвестициям. Но это мое личное мнение, это решать вам.